Видно съемочку. Потренироваться немножко. Договорился с магазином белья. Вот такие вот подгончики будут девочкам, моделям. Сделаю мини-влог. Посмотрим, что это из этого выйдет. Давно уже всем обещал. Сегодня чувствую себя на нормальном таком позитивчике, поэтому попробуем. А вы мне скажете, зайдет вам или не зайдет. Раз уже начал снимать, покажу вам вот этого парня. Ну, зато такие вот тут есть кары необычные. Ладно, поехали. Вот так вот каждый день через все вот эти громадные здания. Baby on a board. Indian female on a board. Я влог снимаю. Настя, куда мы едем? Какое у нас веселье. Куда мы едем, скажи? На пляже, где нету туалета? Аль-Мамзар. Вайлд-Бич. Да? Да, я читаю, мы сегодня катать будем на работе. Тут на приколюхах. Тут есть кофе. Поздно. Поздно для кофе. Стой, 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 я еще одну херню заметил. Кудок. Ходок. Our Russian language. Я, блядь, еще и это не заметил. Капучино. Этот спокойно. Короче, только что буквально на этих камнях было сколько человек? 15. Человек 15-20. Подъехала полиция, сказала нам, чтобы мы не подходили близко к опасному участку. Ну и разогнала этих челов. Остался один. Вот он махает, он сидит, все хорошо. Молодец. Если вы спешите со мной, где-нибудь. Это как обычно. Знаешь, споткнулась и побежала вот так вот. Ну. Seat them a chicken, them belong to the cook. Back to my nice Benz Jeep, man, I show. Spliffing on my unlighted steel cut. We are live the life and know them wish them good. Просили сделать селфи с известнейшим фотографом Дубая. Индиан Дубая. Say, Канопа лучший. Say, Канопа лучший. Канопа лучший. Yeah. Собственно, уже отфоткали третий образ, третью локацию. И, конечно, наш, как это, иммунитет этот, не силуэт, как так называют, оберега, блядь. Наш оберег с нами. А вот и наш дом. Как обычно, мы выделяемся синей табличкой. Не табличкой, а этим, короче, вывесочкой. Тут мы живем. Вот так, садик сразу под домом.
Короче, к нашему фотографу подкатил индусик. Every day in the studio, 24/7. Next level, next level.